Если вы еще не проснулись, то прямо сейчас обязательно проснетесь, потому что у нас в гостях на танцевальном асфальте чемпионы Европы, танцевальная команда «Blast». With them, got to give it to them, got to give a lot more than the minimum. Rock to the rhythm with them, got to give it to them, got to give a lot more, 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 more. Mary, Mary, why you bugging? Mary, Mary, I need your hugging. All you trackies and TV addicts, this don't mean to bring static. All your Klingons in the freaking house, grab your backstreet friend and get loud. Blowing doors off hinges, grab you with the pinches. And no, I didn't retire, I snatch it off with the needle nose pliers. Now, get your gun right out the dryer. Put armor roll up on the tire. Put that fresh shatire. Now you're going out, set the town on fire. The town with a girl named Kay being a bow wow wow yippee yo yippee. Anyway, my oh my, what am I to do? Gotta get away cause my girlfriend's coming through. Shay, I gotta well see there's well this excuse me. И мы еще раз вручаем кубок за первое место. Давайте воссоздадим эту ситуацию. Ура! Поздравляем, ребята, это было невероятно круто. Танцевальная команда Blast. Я повидал на своем веку немало танцевальных коллективов, но прямо сейчас даже я удивился, потому что некоторые элементы были выполнены ребятами невероятно круто. Действительно, чемпионы Европы недавно вернулись в наш город. Сейчас будем узнавать, как им это удалось, и общаться будем вместе с Анастасией Поповой, тренером танцевальной команды Blast. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, насколько сложно было поставить такой великолепный танец? Ну, мы работаем на протяжении года один номер. Один номер вы готовите целый год? Да, ну, постепенно проходя все этапы от чемпионата Красноярского края, вот на данном этапе к чемпионату Европы мы подготовились и выиграли его. Насколько мы знаем, команда Blast, она принадлежит комплексной детской юношеской спортивной школе и кросс-спорту. Скажите, пожалуйста, вообще, как происходит набор вот в этот танцевальный коллектив? Ну, всех желающих берем заниматься. Дальше... База нужна какая-то? Нет, вообще с 7 лет набираем детей, и дальше уже, ну, более одаренные попадают в команду. Как проходили соревнования? 15 соперников, да, было тоже в финальном этапе? Да, 15 этапе. Команд. Какая была самая сильная? Кто вот шел? Самая сильная на наше соревнование, как всегда, это тоже Россия, и неудивительно, это наши же красноярские ребята. Команда «Умка Страйк» заняла второе место, на третьем месте команда из Нидерландов. То есть можно говорить, что красноярцы – это законодатели моды вот в этом виде искусства? Да, у меня не одна команда, и не первый год я на этих соревнованиях, и всегда Красноярск первое, второе место стабильно. Вас уже приглашают в Нидерланды куда-нибудь на работу, еще в другие страны? Ну, пока только по России приглашают, другие страны нет. Я хочу у ребят спросить, насколько сложно вот было сражаться, или вы уже приехали уверены, что победа будет на вашей стороне? Ну, нам казалось, что, ну, мы верили, что мы займем первое место, но это было сложно, потому что соперники были очень сильные. Но мы много тренировались, и на финале мы, и на полуфинале мы очень сильно старались, и мы заняли первое место. Ну, я думаю, то, что сейчас в руках у тебя находится, свидетельствует этому, и это очень круто. Антон, спроси у парней, потому что я вот смотрю, вы на головах там кое-где стоите, у девчонки, наверное, специально такие шишечки сделали, чтобы на голове было не больно стоять, а вот парням каково приходится? Тяжело танцевать? Ну, да. Что самое сложное? Трюки некоторые. Какой элемент вот тебе дает сложнее всего? Потому что вот со стороны наблюдаешь, и кажется, что это вообще легко и просто. Мы уже привыкли, как. С самого начала они были сложные, а потом мы, ну, отрабатывали, и... Дома занимаешься или только на тренировках достаточно этого времени? Тоже иногда трюки отрабатываю, ну.
Ну что, Роман, я думаю, что нам, конечно, до ребят еще, я не знаю, сколько заниматься нужно. Лет 50, наверное, мы сможем делать какие-то подобные вещи. Скажите, следующий турнир какой-то есть для вас, к которому вы будете сейчас готовиться? К чему стремитесь? Чемпионат мира. Ну, это вполне логично, да. Очень-очень амбициозные планы после чемпионата Европы на чемпионат мира. Шансы есть у нас? Ну, тут вопрос больше, состоится ли поездка, потому что, как правило, это финансируется родителями. А так, я думаю, да, все шансы на победу. А где будет проходить чемпионат? В Австрии. В Австрии, да? В октябре. И там приедут сильнейшие команды, вот, победители уже, своих каких-то... Уже не только Европы, еще и там Африка присоединяется, обычно Новая Зеландия и другие страны. Ну, в общем, конкуренция остается примерно такой же. Россия будет бороться с Россией, я думаю. Да вы что? Да. То есть другие континенты тоже как бы у них... Ну, судя по прошлым годам, было так. А как же страны Азии? Мне кажется, азиаты очень здорово танцуют. Ну, есть разные версии чемпионатов. Мы именно спортивным занимаемся. То есть это занятие дает возможность им присваивать разряд спортивный. Первых там юношеских, да, кандидаты мастера спорта. А, так это КМСы все сплошные уже. Ну, это первый взрослый, кандидаты мастера спорта может стать 14 лет. То есть все еще впереди. На этих чемпионатах конкуренция не такая сильная, как на каких-то, может быть, чисто танцевальных. Но, тем не менее, достаточно серьезный уровень. Ну что ж, Анастасия, ребят, спасибо огромное. Мы желаем вам, чтобы все-таки ваша поездка состоялась, чемпионат мира, и чтобы вы оттуда привезли вновь кубок и в нашей программе показали свой новый крутой танец. Спасибо. Ну а мы продолжаем и двигаемся дальше.